Кстати, редкая партийная зона обходится без нашего искрометного и неутомимого Аттара Кушанашвили. И 22 июня он отмечает свой день рождения. Мы собрали для любимого ведущего самые теплые поздравления. Атарик, родной мой, я передаю привет не от себя и поздравления не от себя, а от господина Барлоу, который так тебя любит, и от Иванушек Интернешнл. Лучший, потрясающий из журналистов всегда был, есть и будешь правофланговым. С днем рождения! Атар, я так рад, что тебе наконец стукнуло 30, и ты выжил, ты прошел через все перипетии жизненные, всякие. Алкогольные, неалкогольные, скандальные, журнальные, телевизионные. И ты не просто выжил, а ты отмечаешь, я надеюсь, свой первый юбилей. Поздравляю с днем рождения, Аттара Кушанашвили. Вы классный дядя. Иногда злой, но я не обижаюсь, честное слово, потому что вы все равно классный. С днем рождения. Атар, я тебя поздравляю с днем рождения. И... хочется, чтобы ты уже наконец начал улыбаться. Мне кажется, столько всего ненужного свалилось, неприятного, неожиданного свалилось на твои плечи. И мы, к сожалению, забыли того счастливого, беззаботного Атара, которого помнили. И видим тебя немножечко все время озадаченным. Вот я хочу тебе пожелать, чтобы как-то так сложилась сейчас судьба, повернулась правильным боком к тебе, чтобы ты опять начал улыбаться. И здоровья тебе, твоим близким, всей твоей семье и твоим родителям. Дорогой мой Атар, братуха, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Спасибо тебе за вечную поддержку. Спасибо, что именно от тебя я получил эту тарелку на премии Муз-ТВ. Спасибо большое. Спасибо. Атарик, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Ты, конечно, уникальный человек, особенный человек, с невероятной харизмой, с острым языком. Переговорить тебя невозможно, и никто даже не пытается. Ты такой вот уникальный, оставайся таким. И я желаю тебе, знаешь, что добра, удачи и здоровья. Даже представлять не хочется, какой бы без Атара была родная партийка. От всего Муз-ТВ удачи и хорошего настроения.